Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Ви. Сегодня видео из разряда полезностей. Почему именно такое название, узнаете из ролика. Мы сегодня закрываем петли при помощи иглы в круговую, если начинается с лицевой петли резинка, когда начинается с изнаночной петли резинка. Ну, в общем, все нюансы, свои секретики я вам расскажу, свое мнение. Вот такой вот прекрасный, на мой взгляд, способ мы сегодня разбираем. И закрывать петли я буду иглой. Для этого мне нужна игла, соответственно, и отмерить длину нити. Вот как заявляется, 3 длины плюс на, как бы, на продевание в иглу и узел. Раз, два. Давайте я отмерю 4. Я вот так вот с запасом, потому что у меня резинка, да? 4 как бы длины. Вот, способ этот я ненавидела, знаете почему? Потому что я в нем как бы изначально не разобралась, я пару раз вот давно уже смотрела видео, читала, ничего мне было непонятно. И вот последнее время, девчонки, я его безумно полюбила, правда. Вот, очень классный способ иглой. Если разберетесь один раз, вы больше другим способом резинку один на один закрывать не будете. Это я вам ответственно заявляю. Значит, что мы делаем? Начало ряда. Вот смотрите, у меня две лицевые. Я беру их вот так вот, одеваю на иглу и протягиваю нить. Что я поняла из опыта? Вот, нить затягивать сильно не нужно. Вот она здесь, кромочная моя, и одна лицевая. Я отворачиваюсь на изнаночную сторону и продеваю иглу снизу вверх в кромочную. И вот здесь вот видите, у меня перекрученная эта лицевая. Я беру за вот эту вот стеночку, видите, не вот так вот продеваю, а как бы снизу вверх. Вот, чтобы эта петля была развернута. И снимаю ее и протягиваю. Опять же, не затягиваем сильно. Здесь вот смотрите, где у нас петля. Вот она, наша петля. Я продеваю в петлю сверху вниз. И здесь сзади как бы снизу вверх. Ну, то есть сзади продеваю и снимаю. То есть по сути мы попарно вот так вот. И теперь смотрите, вот она петля. Следите за тем, чтобы она не спряталась, эта петля. Вот в нее мы продеваем сверху вниз, снизу вверх. То есть мы эти пары, лицевую, вот она петля, видите, вот она ниточка, которой мы прихватили обе петли, а вот она сама петля. Сверху вниз, снизу вверх. Вот, чтобы, видите, вот образовывается тоже как бы косичка. И протягиваю. Здесь, опять же, вот желательно пальчиком вот так вот придерживать, чтобы петелька у нас осталась как бы вытянутая снизу вверх. Вернее, сверху вниз, снизу вверх. Вот если смотреть вот так вот на эту сторону. И вот так вот, таким вот образом мы проходимся весь край. И у нас получается шикарный, красивый, фабричный краешек. Я же говорю, я боялась этого всю жизнь, этого способа. Один раз, признаюсь, один раз я попробовала и запуталась в этих как бы петлях. Вот, потом даже не пробовала, я его панически боялась, этого способа. Но моя ошибка была в том, что я начала пробовать на тонких этих ниточках. Вот. И поэтому мне было плохо видно. Первый раз, девчонки, если вы учитесь, вот возьмите самую толстую пряжу, чтобы вы понимали, где вот эта вот петелечка. Видите, вот она и здесь. Потому что они очень быстро, эти петельки, если их вот не придерживать и не контролировать, вот она, видите, она убегает туда вовнутрь. И очень сложно потом ее найти, если она убегает. Поэтому я вот так вот придерживаю
пальцем их, чтобы они не убегали. Вот и все. Я же говорю, я в этот способ закрытия петель влюбилась после долгих лет страха. Вот как можно тогда? Теперь единственное, что могу сказать, ничего не надо бояться. Надо выделить немножко времени и попробовать действительно. А когда оно уже, рука набьется, тогда уже ничего не страшно. И кажется, что все очень просто. Вот так вот. Закрываю все петельки. Вот видите, как она прячется. Поэтому лучше вот так вот придерживайте пальчиком. Тогда они будут на виду. Потом уже отпускайте. Вот пока вам нужно ее захватить, вы ее придерживаете. Здесь вот видите, ниточку не сильно затягиваем, придерживаем. Так, в конце будет изнаночная и кромочная у меня последние. И вот так вот я еще раз прикреплю. Вот, все, девчонки. Так, теперь мы рассмотрим, девчонки, способ, когда после кромочной у нас идет изнаночная. Сейчас. Так, когда после кромочной у нас изнаночная, мы точно так же снимаем две петли, протягиваем нить. Но теперь мы в кромочную продеваем ниточку, иголочку сверху вниз и с лицевой стороны продеваем следующую лицевую, одеваем. Если в прошлый раз это было сзади, то теперь далее все так, как мы и делали. По сути, вот смотрите, мы делаем с обеих сторон одно и то же самое. Если мы отворачиваем, то тут у нас лицевая петля, точно так же лицевая. Мы ее продеваем сверху вниз и вторую петлю снизу вверх. Протягиваем ниточку, отворачиваем на эту сторону и снова у нас лицевая, которую мы продеваем сверху вниз, вторую снизу вверх. Значит, как мы закрываем? Значит, первым делом опять же снимаем две петли первые. Далее возвращаемся в эту сверху вниз в лицевую, переснимаем следующую снизу вверх. Петли не затягиваем плотно, потому что это горловина. Нам нужно, чтобы здесь все работало, все было такое живенькое, эластичное и воздушное. Вот. Вот так вот мы проходим по кругу, как обычно все. Ну и в конце ряда, сейчас мы с вами последняя петелька. Теперь вот последняя лицевая. И вот она здесь, смотрите, мы ее поднимаем. Еще эту изнаночную и сюда крепим. Все, мы закончили наш круг, смотрите. Вот,
Теперь осталось эту нить, нет, на эту сторону, на изнаночную сторону вывести. Так, все, девчоночки. Так, вот такая вот картинка.